Сегодня в Барнауле чистый четверг, который проходит в рамках апрельского месячника санитарной очистки. Уборку будут проводить прежде всего там, где в прошлом году велись работы по благоустройству территории в рамках проекта «Комфортная городская среда». В железнодорожном районе города это улица Молодежная, сюда бросят силы студенчества. На площади Мира в Ленинском районе планируют взять в руки грабли и метлы представители товарищ собственников жилья, а также муниципальные служащие. А сквер химиков в Октябрьском районе приведут в порядок студенты и сотрудники горзеленхоза. Экологические акции, как сообщает официальный сайт города, пройдут также на пересечении улиц Ленина и Чкалова, на аллее космонавтов и не только. Всего на уборку города сегодня выйдет 13 тысяч человек и 62 единицы техники. А уже на следующей неделе, 19 апреля, в краевой столице пройдет городской субботник. Участвовать могут все желающие.